За 62 года существования ДК такого еще не было. Подробностей преступления немного. Как нам удалось выяснить, неизвестные вошли в тамбур Дворца культуры, выставили стекло кассы и похитили из металлического ящика 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. За какую-либо информацию о преступниках объявлено вознаграждение. Несмотря на чрезвычайные происшествия, концертная деятельность в Мурме будет продолжена. Несмотря ни на что, уважаемые зрители, мы хотим вам сказать, что все концерты, которые запланированы, обязательно состоятся, чтобы вы не переживали, не думали ни о чем плохом. Мы сделаем все возможное совместными усилиями вместе с ДК, 1100-летие вместе с Управлением культуры, и обязательно сделаем для вас эти концерты. Приходите, все будет хорошо. Ближайший концерт состоится 28 февраля. Концерт Вики Цыгановой. Ну а в марте, 9 марта, мы ждем вас на концерт Стаса Пьехи.